Я устала. Может, хватит? Фу, ничего себе, как мы засиделись. Прости, я опять слишком увлекся работой. У тебя был долгий день. Я принес тебе интересную книжку. Хочешь, почитаю перед сном? Ух ты! В той комнате осталось. Может, ты за ней сходишь? А я тут закончу и почитаем. Давай. Да, сейчас. Так, куда он дел книгу? Айден, хватит! Не смешно! Айден? Это ты, что ли? Ага, ты нашла. Ну, пора перейти к серьезному делу. Сказкам на ночь. Джонни? Что с тобой? Тебе нехорошо? Да она просто устала до смерти. Хватит, ей пора спать. Да? Да-да, одну минутку. Нейтан, тебе. Нейтан Докинс. Нейтан? Что-то случилось? Ехали домой из гостей. Фура. Пьяный водитель вылетел на встречку. Их нет. Джонни. Джоди, пойдем спать. Нейтан, погоди, я сейчас. Идем, Джоди. Джамал Шейх Шариф – один из опаснейших людей в стране. Под его началом ополченцы захватили несколько ключевых районов города. Из-за них гуманитарная помощь не проходит. Найди Джамала и устрани его. Он перемещается дважды в день. В последний раз мы засекли его здесь, в отеле «Зинаки». Вряд ли он еще там, но имеет смысл начать поиски оттуда. Работаешь без прикрытия. В открытый бой не вступать. Ты одна. Разыщи цель, устрани ее. Включи GPS-маячок, и мы тебя заберем. Времени у тебя только до рассвета, так что торопись.
Пленных тут принято привязывать к джипу и тащить через весь город. Их потом собирают по частям, так что не попадись. Я вернусь до того, как найдут тело. Будь осторожна, Джоди. Не лезь под пули. Не бойся. Я не одна. Открытый бой не вступать. Ты одна. Айден, проверь, чтоб не было солдат. Последний раз мы засекли его здесь, в отеле Зинаки. Поищи что-нибудь. Класс. Теперь идем. Thank you.
Знаю, он с той стороны. Убери их. Отель Зинаки. Ушли. Он здесь был. Нужны подсказки, чтобы выйти на след. Собора. Искать надо там. Здесь рядом есть собор. Его легко найти.
من هناك؟ اخرج من هناك. Собор. С какого ракурса я увидел? Они были тут.
Тальтек! Тихо. Ты ранен. Я хочу помочь тебе. Я сейчас подойду. Ты не стреляй, ладно? Он потерял много крови. Если я не помогу, он умрет. رجلي لم أعد أحس بالألم ساحرة أنت ساحرة كيف يمكنك فعل ذلك؟ прости я не понимаю что ты говоришь سالم тебя звать Салим Салим Джоди я Джоди Джоди? Да, да, Джоди. Джоди. О, черт. Похоже, у нас проблемы. Ахтарису, как ты такую мусаллаха? Уходим, пока другие не прибежали. Ничего. Я цела. Мы классная команда, да, Салим? Уже светает. Теперь сложно будет прятаться. Башня. Та самая башня. تريدين الذهاب إلى هناك إلى برج الشباب. Туда мне и надо. أستطيع استيعابك إن شئتي. تعالي، اتبعيني. А что мне терять?
Бежим на пролом. Будь рядом, ладно? Быстро, помоги! أنت تعرف الأوامر. أوبريه. سوف ننتظر حتى يتصلوا بي. هل سمعت الانفجارات؟ أنا لست مستعجلاً للانضمام إلى شريف. لقد استولوا هؤلاء الأوغاد على كل المناطق الشمالية.
не видели. Ты цел, Салим? Таеб, Таеб. Лему заби, эй, аза. Здесь наши с тобой пути расходятся. Я ухожу. Ты понимаешь, Салим? Лана трукуки. Юмкину не альпака уйла жанибуки. Хастачи уму сахадатуки. Извини, но тебе со мной нельзя. Ты очень храбрый, Салим. Однажды все это кончится. И у тебя обязательно будет детство. لك حظ انكست في حياتي لن انسى فعلك حظ ابدا Джамал был где-то здесь. Времени мало. Джамал здесь. Так, теперь поищи укромное место рядом с домом. Ты знаешь, что делать. Айден, где Джамал? Это Джамал. Я к нему не подберусь. Придется тебе, Айден. Черт! Он здесь откуда? Только бы он в дом не зашел. ولا يمكن أن تسمح لجمال أبداً أن يأخذ مكانه. أنا لا يهمني رأي أمريكا حتى أخذ الحكم في بلدي. كيف لا يهمك أمريكا؟ هي من أعظم الدول في العالم. ثم لا تنسى يا جمال أن هناك انقسامات بين المنطقتين الشمالية والجنوبية في داخل بلادنا. كيف يمكن أن تتجاهل ذلك؟ لا يوجد لنا
الأسلحة كفاية؟ نسيتم ذلك؟ بريكاس، يس بريكاس. أونيفورم كيف كان؟ وأنا это заслужил. Хватит. Я смогу. Я убью его. Убью его. أنا لا يهمني رأي أمريكا حتى أخذ الحق في بلدي. Открой мне дверь. Надо убедиться, что Джамал мертв. Быстрей! فعلت ذلك. فكرت أنك ستكتي. لقد قتلت أبي. لقد قتلت أبي. أنا أكرهك. أنا أكرهك. اتركني! ابتعد عني! ابتعد عني!
тебя вытащу. За 10 лет в ЦРУ впервые такое вижу. Босс посылает за агентом личный вертолет. Все начальство от тебя в восторге. И от Айдена тоже. Джоди, ты чего? Слушай, я знаю, что было тяжело, но уже все. Летим домой. Задание выполнено, конец. Никогда не забуду, что я там видела. Никогда. Международное сообщество признало легитимным правителем страны новоизбранного президента Джамала Шейха Шариф. Джамал Шейх Шариф – один из опаснейших людей в стране. И вдруг стало известно, что он и члены его правительства были хладнокровно убиты неизвестной группой диверсантов. Найди Джамала и устрани его. На президента Джамала Шейха Шарифа возлагали большие надежды. Он обещал положить конец многолетней гражданской войне. Лидеры мировых держав уже выразили негодование в связи с этим убийством, совершенным так хладнокровно и жестоко. Найди Джамала и устрани его. Не маза фальчи салей! Покарту она кисатикачи! О чем это ты? Джамал не повстанец. Он президент. Законно избранный президент. И что? Мы не политики, у нас был приказ. Ты знал, что я бы отказалась. И ты наврал мне. Добро пожаловать в ЦРУ. У нас тут не принято разводить сантименты. Был приказ, мы его выполнили. Вот тебе и все. Может и срать на все. Но я не убиваю людей только потому, что они не приглянулись нашим генералам. Что такое? Стой, Джоди, тихо, тихо, хватит. Успокойся, вернемся домой и все обсудим, окей? Ты меня обманул. Ты сделал из меня убийцу. Да какая разница? Его все равно бы грохнули. С тобой или без тебя? У меня кровь на руках. Из-за меня мальчик лишился отца. Я верила тебе. Я верила, что поступаю правильно. Кто я тебе, Райан? Игрушка? Марионетка, с которой можно делать что хочешь? Сильная турбулентность. Черт! Я не справляюсь. А той ночью у меня ты тоже брал. Джоди, ради бога, ты нас угробишь. Я больше не потерплю лучше. Джоди! Черт! Я не знала. Я просто выполняла приказ.
где ты? Клейтон с тобой? Нет. Нет, нет, я сбежала. От них нельзя сбежать. Тебя все равно найду. Приезжай ко мне, Джуд. Поговорим. Я уверен. Все кончено. Я им не игрушка. Скажи им, если сунутся, я их убью. Джуди, слушай. Скажи, Дейтон. Я их убью.